Ральф против интернета, о чем вы не знали. Дата выхода. На этот раз Ральф и Ванила Пафон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния Громилы. Действие сиквела происходит через 6 лет после событий, о которых рассказывается в анимационном фильме «Ральф» 2012. На сегодняшний день разработчики пока не поделились информацией о сюжете второй части, но известно, что это будет продолжение первой истории. Итак, все события мультфильма «Ральф 2» будут разворачиваться в компьютерной игре, где присутствует множество персонажей. В видеоигре присутствуют два персонажа. Одного зовут Феликс, и он всегда был положительным героем, помогал всем своим соратникам, чем мог. А вот Ральф на протяжении 30 лет существования игры был отрицательным героем, разрушал, но ему это надоело, и он решил стать хорошим, и понеслась. Есть версии, что в новом фильме ему надоест быть хорошим, и у него появится любовь. Это первый полнометражный анимационный фильм, в котором действуют персонажи из проектов всех основных брендов компании Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel и Lucasfilm. Благодаря необычному месту действия вторая часть Ральфа будет интересна не только детям, но и взрослым. Как любители новых технологий, я также с нетерпением ожидаю дату выхода второй части. Премьера в России 22 ноября 2018.